90% оверхила, да. СПД, больше СПД. Вот 99. Есть к вам стремиться. Только не сорвите. Не сорвите мобов. На ламе, на пуль, пожалуйста. Хорошо. Господи! Да. Кинь диван. Ебашим, сука. Диван. Почти убили. Нажимаю экзорцизм, моб умирает. В итоге экзорцизм летит в Волджина. It's magic. Под вертушку зайдите. Короче, стреля на Оми. Это ваша задача. Стреля, просто хилишь. Когда будет... Вторая фаза начинается, ты перебегаешь в метку, я еще поставлю, в углу забиваешься. И прохиливаешь до тех пор, пока я не говорю перебегаем. Перебегать надо будет в центр босс-арены, где я валяюсь, по одинам сейчас. Валяешься в центр, там будет стоять босс орлом. Стоишь, хилишь. Внимательно смотри своим хп, ты за каждую хилку теряешь хп свой. Дальше третья, следующая фаза, просто прохиливаешь снова. И последняя фаза это дракондер. Твоя задача стоять хилить танка людей, когда говорю, что скоро будет столб. Слева будет, короче, бить такой холифайер, как у креста. И твоя задача быстро выпрыгнуть из этой херни. Прям вот бросаешься и выпрыгиваешь. Значит, ты умер на месте. На Оми то же самое, твоя задача забиться в угол ко всем, когда скажу, и поставить это аспекты на природу, ну, здесь в природе. Это... Поставил метку черепка, туда будете убегать все. И брать питомцев, когда скажу. То же самое, из черепка в центр будете перебегать, когда скажу. Ну и ДПС, и ДПС тут тоже очень важен. Слышишь, вы распределите капли на кого-то. Я на себя зубы, допустим, даю, что блок не сдох. СС на кого-то надо. Ну, самый слабый шаман на шамана. У него сейвов нету и хан. Вот два ретрика могут. Смотрите, главный момент. Третий, типа, тут будет 5 фаз, да? Вот вам Ваня частично все рассказал. Главный момент, когда будем приходить со второй фазы на третью, то бишь. На ветерке, соответственно, вы должны отдать свои сейвы, не отдаете его сейвы свои, то бишь не жмите глыбы, бля, еще какую-то хуйню, отдавайте сейвы просто, которые понижают по вам урон. Хилы никто не прожимает, только хилят хилы, если это понадобится, все. Ветерки уйдут от вас, вы это увидите, то бишь они побежат за мной. Вы зайдете в центр, в луну, то бишь Ваня вам все это озвучит. Отражение и зеленку не сдавать. И последняя фаза, самый важный момент, то бишь, будут столбы такие, вот как вот эта хуйня, только типа удар такой, блядь, желтый, хоп, он вокруг себя 4 метра уешит. Ваша задача, то бишь, максимально быстро, то бишь, ваш ник в ДБМ озвучится, плюс вас озвучит так в игре, но вы типа, то бишь, соответственно, есть пинг, есть дискорд, вы должны максимально сами быстро среагироваться, ваша задача сразу убежать. То бишь, не отойти чуть в сторону от него, а далеко отойти, потому что он вокруг себя еще ауешит, стоит определенное время. То бишь, если вы даже будете передвигаться, ваша задача не бежать через эти лучи, или даже рядом с этими лучами не бежать. Кучи на последней фазе вы не стоите. Все остальные фазы, короче, РД-зона стоит сзади пачкой, и потом вам будет все озвучено. В мили-зону заходите тоже по команде. Слышно? Короче, слушайте, все, что вам надо знать, это последняя фаза, именно вот эти столбы. То есть вы смотрите под себя и смотрите в ДБМ. Если видите, что у вас не палит такой огненный столб, то вам надо резко выпрыгнуть из него. Это все. Наоми, еще такой момент. Поставь на панели ловушку со змейками, будешь давать на четвертой фазе подрысь.
первая фаза. Ну там щиты будут, то бишь будет попроще, но все равно, типа, видишь сразу, то ебашишь быстрину, то бишь быстрину просто так не тратить. Именно в топор где-то бросать. И также, когда вот здесь будешь уходить в угол, будем стоять вторая фаза, типа переход на третью, там вражья поставим, что ценность природы, и если надо силить, то силить через себя, в первую очередь. Потому что каждый каст, он дамажит тебя. Слышно? Да, да, да. Пиздец, ебаная хуйта. Да, уже похуй. Сейчас тут битбоксы разлетится. Говно, блядь. Я еще голосовал сегодня, не пришел премиум, блядь. Проблема, пиздец. Мы этот условный, блядь, посох проебали в луте или троллейбой. Да, вот это обидно. Будем считать, что пух сролил на курсе. Трюха, зацени, как маска смотрится. Где? Это же, блядь, шок. Ебали. Чисто шок. Ебать. Волосы, блядь, проросли сейчас. Не, она на андеде классно. У меня андедка, короче, была, типа, на их циркуле. С этой маской белой, типа, в прол ДК. И батя мой нахуй она смотрела. Ну, типа, у меня весь сет был вот этот, ну, сетовский паловский собрат, типа, ДК такой, прол ДК желтый. По приколу смотрелась. Ой, ты стога? Сатсуна был, да, это, наверное, то, что он стрим подрубает, ему, блядь, дохуя трафика тратишь, на тебе, блядь, по кабелю. 3, 2, 1, уехали. Миликам советую отбегать от крутила. Откисните, блядь, буду негодовать. Падает. Пали, блядь. Было, ребята. Ребята, было озвучено, РД зона всегда стоит на РЖ. Когда сойти мили зону, вам скажут. Хуяк стрели не знал. Каштал. Но он первый раз здесь. Да, ничего. СС был или нет? Да тут добежать по прямой хуйне. Короче, это. Кроме первой, смотри, кроме первой и последней фазы, ты практически стоишь всегда в мелизоне. То бишь, да скажут, третий, когда убежался. Ну я хуй, да, может он зарастерялся, чтоб не забыл. Типа первую, пятую, 100% ты в мелизоне никогда не стоишь. Я думал, он меня воскрешает, он питомца, блядь. Эй, блядь. Стадио питомца, он тебя воскресит. Ладно. Уже не буду бежать, Алиси. Они походу на ДЦ пошел или что нахуй? Пока них не ДЦ есть на нем. А зачем ДЦ на этого босса нужен? Да и ДЦ тут везде нужен, типа, чтобы комфортно проходить. Ну то бишь сейвер, урон. Чтоб не шотал. В фазе тебе столб шотнет с одной. Если у тебя ДЦ есть, у тебя есть шанс выжить. Ну то или как сейчас. Топоры супер хорошо сейвит. Милики типа отбежали и словили вихрь, типа. Если без ДЦ, то шо там 100%. Да, у меня чита не было, когда крутился. А, когда... Войд? А на последней фазе, кстати, он же дыхание часто дает. Он щиты сносит, там не успеешь его. Ну, типа, не каждый столб попадется, что. Ну, шанс есть, что засейвит один хуй. Я вас понял. Я на ЦЛК меньше этих благословений трачу, чем на один золоман. GT1. Ой, да не надо тут. Ты, блядь, просто попал с целка вчера уже собранный, блядь.
Был бы ты по передней целыкали, там, блядь, пиздец, вайпались на профе, тоже сидел бы там, это, включал бы такого сверху говорящего парня, блядь, что тут происходит? А? Так я тоже тогда вроде был. Я на все целыках ходил. Папка интеллект, бафать. Ладно, короче, я заставляю никому не буду. Не хотите, не проходите за ломан. Я все равно буду сюда ходить. Блять, Бладрейн, ты мне бутылку давал, она исчезла нахуй. Че за хуйня? Или ты мне сейчас один заряд дал? Лол, нахуй. У нас вечно хотят что-то отнять. Я А на какой фазе будешь отдавать? Когда? Единственный раз, когда ты их сейвишь, это когда переходишь с рыси на этого, на дракона. Так вы бурстите все пока, да, там 5 минутки, 10 минутки отдаете. Я поберусь, все жесткие. Короче, Некс на пул не тратить. На пул отдашь, когда медведь появится. Каждая фаза, типа, сбрасывается рог. Каждая фаза 20%. Еще 5% до фазы. Да ты успеешь, а ты дашь что-то. Два процента фазы. Готовились перебегать. Побежали. Веди, Андрей. Диспел бывает. Ударишь, чтобы не сорвали. Я ж тебе не ДК, вы заебали. Ты не видишь, что такая руба. Нету спектр. Аспект пока можешь другой поставить и выйти, чтобы бить нормально. А сейчас не обязательно. Скажи, пожалуйста, что сделать. Кстати, надо дамажить тут тоже, типа. Ты заходишь в консистенту уже потом. У нас же хант есть, стрель, тотем уберешь, тотем уберешь. Я дам капли по стрель. И 50-50. Всех питомцев убрали. Хант, лок, маг. По 60? Да. Я прям по сотым посчитаю, короче. Хант, ставь листик. Все, РДД переводите. РДД переводят, все стали в кучу. Приготовили свои шсы, вы нажимать, тотемы убери. Переводите их. Три. Три. Два. Отдавайте все вы. Один. Вилки. Переводите, бейте, что вы стоите, крики, блять. Включи вилки. Вы нажали. Хил, прохил, прохил. Побежали за мной быстрее. Центр стали в луну. Не бейте, стопните, сука. Вас захилить надо.
Все, смотрите за своим ХП внимательно, чтобы не откиснуть. Там это РД в основном касается. Антон, смотри, чтобы не зацепить вихрь вот этот, который бегает. Встать под босса, там все равно будешь бить его. Нормально, что огромно мне? Да, нормально. Там очень сильно занят другим мероприятием. Мероприятие, блядь. Дашь по топ-хайпу боб? Не, не надо. Ничего не бай. Ты готовьтесь стопать ДПС. Один процент фаз. Готовься ловить, Андрей. Сука. Сейчас начнет кого-то рвать. Бэр. Стой, жди. Поток хайпу дали силы. Новыми сейчас змей по КД ставишь. Трапу со змеями по КД. Новыми, слышишь? Ты бомжей, короче. Давай. Тут и бесы, и все. Все, финиш. Да, прыгай по бесу. На следующую фазу уже будет сейвить. Да, будет сейвить. Вот реально распол. На месте. Так больше на пол не трать. Давай быстрее этот тем, я гимн ебану, пока мы не сдохли. Оставил. Что за хилю? Три процента рано. Так, под лицом не стои, выпрыгиваем быстро из столбов. Приготовились. Забрал босса. Хорошо. Под лицом не стоим. Геру дали, быстро бустим. Первый столб, 5 секунд. Топ-хайп, я поведу в твою сторону, если что, съебись. Столб. Ой. Топ-хайп, сука. Еще стол будет. Триллер. Хорош. А, триллер, блядь. Бля, мне было вообще миллизону нахуй. Стол.
Это босс говна какого-то. Да нет. Нормальный босс. Так и есть, босс говна. Лут топовый, я ебу. Скажите. Кровь же вообще бесполезная, да? Угу. Я ебал рот, блядь, дал бы хоть пацанам что-то полезное. Ну, грудак могу взять. Надо. Кровь это квест на 17 голды. Чё, десятку целка? Ну, откажетесь от лута или нет? Я отказался. Давайте, грудак быстро надо кому-то.